В воскресенье в Самарской области будет ясная погода, осадки не прогнозируются. Потеплеет. Дневная температура -1, +2 градуса, ночью 5-7 ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясный день, днем +2, ночью -6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Тольятти ясная и без осадков, температура воздуха днем +1, ночью 5 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная и без осадков, днем 0 градусов, ночью -7. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.